Сегодня мы станем свидетелями торжественной церемонии памятного гашения почтового блока в рамках совместного выпуска России и Азербайджана, приуроченного к 30 установленных дипломатических отношений. Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. В рамках плана празднования весь год в Москве и Баку проводились различные культурно-гуманитарные мероприятия. Хорошей традицией стал выпуск почтового блоков, приуроченных к юбилейным датам российского-азербайджанского отношения. Тема нынешнего совместного выпуска ⁇ Национальные природные парки. На почтовом блоке России изображены Национальный парк Самарская лука, символ парка ⁇ Лисица ⁇ а также ⁇ Орлан-Белохвост ⁇ На почтовом блоке Азербайджана ⁇ Ширанский Национальный парк и символ парка ⁇ Джейраны ⁇